Всем ассаламу алейкум, друзья. Я опять нахожусь в комплексе, значит, Ботаник, который находится в Мезитле, район Теджа. Ну да, сейчас Теджа уже привязали к Мезитле, поэтому я не оговорился. Мезитле, Теджа идет. Смотрите, это квартира 2 плюс 1. В прошлом ролике вы видели 3 плюс 1. Но, когда меряешь квадратуру, эти квартиры, они обе по квадратуре одинаковые. Вот буквально нет разницы. Смотрите, здесь огромный балкон. И также есть вид на море. Это выходит на перед комплекс. Значит, квартира сама, вид с окон. Смотрите, вот здесь уже чувствуется, что ширину дали и как бы в зал больше, да. Кухня такая же. Значит, здесь что есть у нас? Коридор. И почему я говорю по квадратуре одинаковая? Смотрите, здесь это санузел. Здесь есть еще один балкон, друзья, отдельный, он довольно-таки большой, можно поставить стол и свободно сидеть. Вот смотрите, обратите внимание, я в комнату захожу и заценивайте балкон сам. Сразу скажу, значит, 2 плюс 1, это у нас 10 этаж, друзья. Само здание 13-этажное, 95, ну около 98 квадратов где-то квартира. Цена 295 тысяч турецких лир, сегодня по курсу 32 960 евро, 32 960 евро, друзья. Айдат 100 лир, значит, в здании также имеется, значит, в каждом подъезде по два лифта, и подъезды довольно-таки большие. И здесь еще вот это, да, друзья, вот это вот французский балкон, если ты можешь там стоять. Это французский балкон. А то, что прям прилеплено к окнам, друзья, это просто перила. Вот это родительская комната. И здесь, смотрите, здесь как бы отдельно есть у вас гардеробчик такой. Вот, это все входит в квадратуру. Также есть свой санузел в спальне. Смотрите, заценивайте. Султан на связи. Всех крепко-крепко обнимаю. Ассаламу алейкум. Мир вашему дому.